Бог не есть мертвых, но Бог живых. Лука 20:38. Настолько Бог живой, насколько и Он и нас хочет видеть только живыми. Живое чудо произошло и со мной. Когда я очередной раз пришла в храм для того, чтобы положить обличительные проповеди на столик, обнаружила вот эту фотографию. Она была блеклая очень. И когда я принесла ее домой, когда ждала, когда я на нее смотрела, всегда думала, ну почему же она такая блеклая? Были такие невыразительные у нее черты. Просто без... Почему-то меня каждый раз посещала эта мысль, что очень она блеклая, высветлила на солнце, может, по какой-то другой причине. И на какой-то момент, она у меня месяца три уже у меня дома, и на какой-то момент, где-то полмесяца назад, я обратила, у нее очень яркий выраженный бирюзовый цвет. И очень четко стали выражены облики царственной семьи. Вот такое чудо у меня произошло. Слава тебе, Господи, за все.